Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас обзор на вот такие вот логические квадратики. Стоили они 300 рублей с мелочью. Здесь их два вида. Ну, в принципе, вот они как выглядят. Немножко, кстати, есть вот тут щели. Это не очень приятно. Хочется, чтобы... Здесь, кстати, у нас находится третий уровень сложности. Вот здесь прописано третий уровень сложности. Это для детей 6-7 лет. Второй уровень сложности это 4-6 лет, и первый это 2-4. Моему ребенку 4 года, но ему такие очень безумно нравятся, он их очень быстро как-то просчитывает, чем, допустим, взрослые. Поэтому я взяла сразу получше, побольше, потому что, вот смотрите, просто вот, ну, первый уровень сложности 2-4 года, да, но они вот довольно легкие, ну что тут 3 квадратика. Ну, в любом случае поставишь 2 квадратика, да. То есть второй уровень сложности это 4-6 лет. Ну, они, в принципе, мне кажется, тоже довольно легкие. Ромбик уж найдешь, как поставить. Или вот эту вот. Мне кажется, они легкие. А вот эту вот все-таки более интереснее. Есть время. Есть. Вернее, можно подумать, постоять там. Вот. Короче, так вот. Синий цвет. Так. Ну, давайте посмотрим, вот так там написано что-то. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. На заднем плане меня ждет ребенок. Хочет очень сильно уже поиграть в какую-нибудь игру. В этот раз у нас пришли игры такие больше логические какие-то. В прошлые разы я заказывала, у нас был конструктор. Был там еще что-то, машинки. Но что-то ребенок не очень любит в них играть. Он больше как-то у меня любит... что-то посложнее. Так что наконец-то я его подцепила. Конечно, если честно, очень плохо то, что они находятся не в коробочке. Потому что такую игрушку очень сложно хранить вне коробочки. Здесь их две. Они, кстати, довольно небольшие. То есть, ну вот они. Где-то вот так вот. Так, ребенок. Ребенок, который уже просто не терпешь. Мужа хочется. Вот. Ну да, тут можно... Они по цвету, кстати, вот эти вот похожи. Мне кажется, можно одну, допустим, убрать, а одну дать ребенку. Они интересные. Бачат, они залепленные. А, вот. Их еще даже никто не трогал. Они даже как будто бы не разрезанные. Посмотрим. Вот так они выглядят сзади. Ой, ой, что-то я, по-моему, не соберу, наверное. А вот сюда, что ли, она? А вот, нет, не так. Ой, нет, не соберу теперь я. Надо это отдельно, спокойно, сев. Так, дальше будет ролик, как ребенок у меня старается, как он собирает, понравилось ему или нет. А дальше сейчас вот будет продолжение, вы увидите. Так. Так, вот у меня ребенок складывает головоломки уже. Здесь, смотрите, он сложил совершенно по-другому. То есть можно, видимо, сложить совершенно по-разному. Сейчас он складывает зелененькую. Конечно, оранжевую он сложил за секунду. Зелененькой, наверное, помучается. Интересно тебе? Да, ушки. Да, ушки.